Выстава под назвой «Днепровский паром» открылась у картинной галереи Гаурила Ващенки. Свои работы на ее представили удельники одноименного пленера – 20 мастаков с Беларуси, Украины и Латвии. У жнивні яны проехали по новым музейным маршруте, які створили у рамках проекта «От партнерства мясцовых музеев до широкого трансграничного супрацовництва». Ён объединил 10 музеев Гомельско-Чарнігаўскага помежжа. Мастаки знакомились с историей городов и регионов. На протягу всей поездки вели дзённики, наполняли их уражениями, робили замалёки краевидов, архитектурных помников, музейных экспонатов. Художники рисовали быстро. Мы заранее договаривали, что никаких масляных красок мы не берем, никаких мольбертов мы не берем. Мы берем альбомы и делаем быстрые зарисовки. Наш проект больше нацелен на малые музеи. Да? То есть это Лоев, Брагин, Хойники. Но мы понимали, что если не дать натяжение, если их не брать транзитом, то немножечко картина у зрителей этого маршрута потеряется. Поэтому мы от Гомеля до Чернигова назвали наш маршрут. Живописные работы и фотосдымки можно убачить у выставочной зале галереи. Центр экспозиции – импровизованный корабель-паром, символ совязи украинского и белорусского берегов Днепра.